Всем привет! Меня зовут Александр Шаманев Николаевич. Я в этом лагере нахожусь с понедельника. Здесь очень хорошо, кормят хорошо. Можно сделать что-нибудь шпионское. Например? Например, такой вот круг. Ага. Например, такой шифровательный круг. Типа вот такой книжки, только круг. Ага. Вот там в середине топ секрет. А еще там нужно наклеить всякие буквы. Как это называется? Ты помнишь? Нет, не помню. Дешифровщик, да? Да, дешифровщик. И вот там под этими буквами нужно нарисовать всякие символы. Ага. Я нарисовала символы военные. Понятно. Еще сегодня мы расследуем дела о пропавшем каратисте. А перед этим, в весеннем лагере, было дело о пропавшем колье. Привет, меня зовут Мила. Привет, меня зовут Лиля. Мне очень нравится гулять, потому что мы играем в такую игру, называется «Парашют». А мне почему-то нравится, потому что здесь вкусно кормят. И да, у них тоже очень вкусные. Про занятия что-нибудь расскажите. А еще здесь интересно, и мы делаем поделки. И еще тут есть математика и интересные задания. Ага. А сегодня мы еще зачетные книжечки заполняли. А расскажите про эти книжечки. Что это за книжки? Ну, это книжка Шерлок. Ага. То есть вы проходите сейчас экзамен, да? Чтобы вас допустили к настоящим расследованиям. Да, я в математике прошли. Я получила 67 баллов, а я 79 баллов. Еще мы картины сегодня дорисуем. И у нас сегодня будет спектакль. Называется «Мерси ловит преступника». А что у вас сегодня еще будет? Квест какой-то, да? Да? Какой? Искать пропавшего каратиста, да. А картины вы из чего рисуете? Чем рисуете картины? Маслом. Маслом и красками. Вы первый раз такие делаете? Да. Интересно? Да, они очень долго рисуются, зато красивые. Да. Даже пальцем рисовали. Привет, меня зовут Сева. Меня зовут Ося. Нам в этом лагере очень понравилось. Здесь мы ходим гулять на прогулку и играем в интересные игры. Еще мы занимаемся английским, делаем театр и поделки. Еще мы занимаемся логикой. И на ней мы решаем интересные задачки. Нам здесь очень понравилось. Очень. Всем привет. Я Ира. Я Рита. И мы расскажем вам про наш лагерь. Где мы учимся рисовать красками, масляными красками. Изучаем детективную математику. Еще у нас есть такой предмет. Называется английский театр, где мы ставим постановки. А эту постановку, которую мы сегодня будем играть, мы поставили за 5 дней. Также сегодня мы будем расследовать преступление. Привет всем, я Света. Я в этом лагере уже не раз. Этот лагерь хороший, потому что здесь хорошие педагоги, очень много интересных задачек и много интересных открытий производится. Здесь мы узнаем очень много, поэтому мне здесь нравится. Мы делаем разные задачки, решаем разные интересные задачи. И проходите в наш лагерь, и вам очень понравится. Привет, меня зовут Саша. Я сейчас в лагере. Мы сейчас в сыщики. То есть мы играем в сыщиков. У нас тут очень много уроков. У нас ИЗО. Там очень хорошо. Математика. Сегодня 11 июня. У нас тут очень хорошо кормят. У нас обычно на завтраке что-нибудь вкусненькое или омлет.
Омлеты тут очень вкусные. Это английская школа. Мы тут очень хорошо учим английский, то что прям как будто за один день уже знаем весь английский. Я тут познакомилась с очень многими детьми. Тут очень хорошие дети. Они очень дружелюбные.